Губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретился с фракциями регионального парламента «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ. Заседание проходило в стенах областной думы. На встрече губернатор напомнил парламентариям о своем предстоящем отчете, который состоится уже 18 июня в филармонии. Кроме того, он выслушал позиции фракций по вопросам повестки дня, представленным к рассмотрению Мурманской областной думой. Андрей Чибис напомнил присутствующим, что прошлый год был непростым, и лишь мобилизация всех сил и средств помогла выстоять в это трудное время. Благодаря этой такой работе, по сути, ежедневной, ну, и в хорошем смысле лоббирования наших интересов, поддержки предпринимателей, поддержки тех проектов, которые у нас есть, с появлением и созданием ТОР столицы Арктики, Арктической зоны Российской Федерации, те условия, которые были предоставлены, и, конечно, тем льготам, которые, спасибо вам за поддержку, предоставили мы своим законодательством малому и среднему бизнесу, все это позволило нам не уронить экономику.